istniejący. Jako osoba Jeremia Bosny wszystkich Was serdecznie pozdrawiam z gojeniem, z oblubieniem predania naszej cerkwi, ponieważ to się damy, staramy się być leci według Remia, nie tylko według, na przeciążeniu wszystkiego года, no osobno przed wielkimi praznikami, kiedy osoba jest podgotowka, Wielki Post, my sobieramy żeby Boga jeść, żeby uwidzieć to, co нужно robić. My często powtarzamy tę modlitwę, jej Господи, Царю, даруй mi зреть моя прегрешение. I jeśli u nas по-настоящему происходит пост i молитва, jeśli эти два крылья соединяются, мы обязательно видим грехи, как песок морский, и душа туда бежит к тому, кто исцеляет. Наши слезы, как паки бытие, побывает нас от грехов. Преподобный Иоанн Рескишин говорит, когда хворос прилагаешь к огню, он горит. И так слеза омывает наши грехи. Ничто, ни величина грехов, ни множество грехов, она не может постоять пред лицем покаяния. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, покаяние, оно имеет свойство всемогущества. Оно всегда каждого умывает, если только он чистосердечно притекает и просит прощения грехов. Брат, так все честные отцы, покаяние, оно по-настоящему также открывает нас на другого человека. Если у нас сокрушенное сердце, мы не только не осуждаем другого, но мы стараемся ему всячески помогать. И мне в последнее время слышалось такое исповедание одного из врачей итальянских, который во всеуслышание произнес такие слова, которые меня затронули и очень задумался над ними. Он сказал так: я 6-й день в клинике, я не видел в это время ни детей, ни жены, ни близких. Для меня эти люди, которые окружают меня, это мои дети, моя жена и мои близкие. Я знаю, что я могу заболеть, но я готов ради этих людей посвятить и отдать себя. Когда слышишь такие слова от человека, который действительно служит другому человеку, задумываешься над своим служением, что ты делаешь, а особенно не только врачи, но и духовенство, оно может быть прежде всего, должно было бы показать свое свидетельство веры. А у нас, у духовных, часто бывает сомнение, недоверие. Даже там, где должна быть истинная вера и непоколебимая, должна быть эта готовность умереть, отдать жизнь за другого, а мы сомневаемся в каких-то вещах, которые, если мы это еще обнаруживаем, мы колеблем веру и у других людей.
и будет всегда истину крепко свидетельствовать, истину, истину нашей православной веры и отдачу жертву за другого человека. Сердечно всех поздравляю и молитвенно желаю, чтобы эти оставшиеся дни святые Четыридесятницы мы провели духоносно и победоносно. И дай Бог нам встретить страсти Христовы и узреть светлое Христово воскресенье. Аминь. Спасибо.